Василиса в таком составе, наверняка мы очень давно не собирались для того, чтобы поговорить так, по-семейному, по-доброму, высказать все свои мысли по этому поводу. Я сегодня хотел бы быть кратким, поскольку хотел сегодня выглядеть в роли слушателя. Мне очень важно получить от вас наибольшее количество информации. Вы уже со своей стороны наговорились, когда была всякая выборная кампания, конкурсная ситуация. Поэтому сегодня я просто приветствую вас, хочу, чтобы у нас остался такой откровенный, очень сильный разговор. Спасибо большое. Спасибо, Дмитрий Евгеньевич. Дорогие друзья, у нас есть видеообращения, которые хотят адресовать вам, участникам нашей конференции, следующие наши известные люди.